Дамы и господа, всем доброго времени суток. Это про серия, это матч команд ДОП против команды Б44. И на живой раунд взяли команда ДОП, и они выбирают сторону защиты. Сейчас мы немножко подождем, пока продуплится бот. О, а то он очень долго, он секунд, наверное, 15, если не больше, давал отсчет, который должен быть 10-секундный. Ну, немножечко бот ошибся, ребят, всем доброго времени суток. С вами Хан и Блэк Джек, и команды ДОУ против команды Б44. Ну что ж, можно сказать, Куч и компания против команды Б44. Что ж, друзья, давайте быстренько пройдемся по составам, ознакомим вас. Ну и команда ДОУ, начнем с них. Well, Chopper, Strike, Dave, Хуч. Ну, есть известные здесь имена присутствуют. Ну и команда Б44, это Акима, Фанкор, Вестик, Томми и FFS. Ну и что, у нас сегодня, у меня вот лично сейчас праздник, замечательнейший мапул, просто великолепный. Великолепный. Первая карта Overpass, вторая Cobblestone и Decider, если понадобится, это карта кэш. Никаких вам дастов, никаких миражей, ничего. И команда B44 начинает очень уверенно так захватывать Пуэнта, Уэлл в спину, его прикрывают, точнее не его прикрывают, а прикрывали сейчас Акимова, который бомбу ставил, анкор, хорошая голова по Уэллу. Последний остается Чоппер, который долго тут жить, наверное. Ну тут его уже в спину просто обходят, и должен быть фраг, но нет, есть фраг от Акимова, сносит просто бошню Чоппера, и счет становится 1-0 в пользу команды B44, то бишь она зарабатывает первый раунд, и пистолетка уходит за ними. Ну и вот по дефолту, как вот, не знаю, как принято, что ли, фармганы, ЮМПшечки, МПшечки, Галилы. Ну и вот только один АК-47 у Акимова. Ну и девайсы у команды ДОП, у игроков из команды ДОП. Это дробовик, ЦЗ, 5-7. Вот мне интересно, где сейчас располагается дробовик. А, за машиной. Ну, в принципе, я, если честно, ожидал расположения, может быть, в коннекторе, но... Там, в принципе, тоже достаточно. И, ну вот игроки из команды ДОУ будут просто ждать, вот, опять же, захода на какой-либо из клинтов, и в итоге ну, будут на самом принимать. Деле нет. Тут вот уже как раз Хуч так поджал интересненько, дал инфу, что под Б никого. И видишь, под Б сейчас один только остался. То есть уже один игрок перетянулся. Страйк как раз перетянулся сейчас на А-пуэнт, и если что, он уже готов хоповать своим тиммейтом. Чоппер. Иногда читаем тут. Пишут, вы чат. Читайте, да, иногда? Конечно читаем, мой друг. Но в этом матче будем очень редко его читать. Так, погоди, у меня что-то, если честно... Так, ну и заход от команды B44 на Upland в итоге. Ну вот, два минуса есть от Дэйва, и в итоге что ж, 3 в 3. 3 в 3, да, 3 в 3 это интересно. Так, и что за выбивание? Так, в итоге, посмотри на Хуча. Ну, Хуч уже просто зашел в туалет, и он должен сейчас давать инфу тиммейтам, что абсолютно никого здесь нет, и остальные игроки на ланге. Я бы не сказал, вот Томми тут на всех парах сейчас мчится доказывать Хучу обратное. И вот Хуч сейчас не понимает, ну его же там не было, ну откуда он там взялся? Ладно, последний. Ну, Чоппер будет контролировать. Посмотри, ну вот один косяк большой такой, что нету дефьюз китов. И посмотри, да, Кью... Ну, в принципе, он вот убивает Чоппер, но если бы были бы дефьюз киты, было бы намного проще команде ДОУП, и они бы, ну, выиграли данный раунд. В итоге 2-0, но как бы, игроки из команды B44 потеряли все свои девайсы, фармганчики, в итоге, что будут закупаться по новой. Ну, вот на этот раз уже 5 АК-47-х. Вот есть небольшой раскид, даже Акимов закупился Зевсом. У него и бомба, 5 тяжелых арморов, и все хорошо. Ну и вот посмотри, сейчас два игрока играют очень агрессивно. Один уже пушит коннектор, это Дэйв. Второй сейчас там, ну, Вэлл, я так понял, он хотел сейчас занять фонтаны, точнее фонтаны, а шарики. Но у него это чуть-чуть не вышло. В итоге он дал инфу, что один игрок находится на шариках. И видишь, моментально пошла стяжка на А. Убили игрока, который поджимал. Который, да, Дэйва. Заходил уже в спину. И в итоге... И что? Смог полетел, well контакт, попадает, Акима, стрейт, по страйку, не попадает вообще ничего, там, по-моему, другой его тиммейт попадал, да, там это фестик попадал, Акимов ставит в отбан, в Чоппер. Чоппер.
Я вот только что не понял, что произошло, ну ладно. Мне автодиректор не совсем то показывал то, что нужно. Игрок стоял, но вот он, получается, стоял на машине, и он думал, что в дыму его не видно, и что... А, чекер, может быть, завис. Паузу ставит хоч, может быть, я начал так смеяться. Может быть, дисконнект один, да, я почему-то, мне кажется, что это вылетело именно чекера. Да, но будем ждать, я думаю, ненадолго это все, и они быстренько это все. Да, пофиксят. Вот у чопера что-то не так. Я так считаю, что они должны сейчас быстренько это все дело пофиксить. Тут пишут, что тебя еле-еле слышно, но вот... Я в курсе. Мы уже это фиксили, я не знаю, что с ним происходит, что с его микрофоном, но вот... Ну, будем пытаться, вот, не знаю... Или тебе нужно менять микрофон, как и мне, в принципе. У меня, я бы сказал, микрофон неплохой, но нужен еще лучше. Нужен погромче микрофон, чтобы я мог регулировать громкость, потому что здесь у меня, я же говорю, у меня все стоит на максимум. И вот я ничего изменить не могу. Вот вообще ничего. Нет, ну, в принципе, ну, ладно, это уже можем этим потом заняться. Хотя, давай лучше потом, потому что если сейчас начнешь фиксить это все дело, еще другие сейчас проблемы будут подключаться к тебе, и это будет просто жесть. Да уже объяснили, ребят, он не может никак. Он просто физически не может пофиксить микрофон. У него просто все на максимум. А если он сейчас громкость даст чуть... больше, тогда, ну, будут невероятные шумы и, ну, это будет просто габелла полная. Так, ну что ж, сейчас, в принципе, можно попробовать узнать кое-какую информацию о пятом игроке. Команда Долб. Ну потому что да, если бы это был бы какой-нибудь игровой момент, тот момент, конечно, на машине это было бы смешно. А так, ну просто там получилась ситуация, что вот игрок, да, вот игрок стоял здесь, дым лежал где-то, по-моему, вот здесь, и его из этого дыма было прекрасно видно, и получается игрок ставит бомбу под банк, разворачивается, а тут тело. Которое зависло. Да, которое на него не реагировало. А это вот как раз и потому, что я, вот, наверное, я его чуть-чуть приблизил, этот микрофон, и поэтому так получается. Ладно. Ну да, ну это вот, вот понимаете, тут двояко. Либо же вот громкость нормальная, но качество никакое, либо же я его делаю чуть-чуть подальше, но более или менее нормальное качество. Хорошо, меня слышно без всяких там... Фу-фу и так далее. Вот. Ну, ладно. Что, ну, а пока мы ждем. В ожидании пятого игрока из команды Доуп. Так, ну что, Павел, ты узнал причину? Да вот я только написал, потому что как бы, ну, не хочется очень беспокоить, на самом деле. Не, ну, скорее всего, там просто интернет отлетел. Ну, мое личное мнение. И вот что сейчас будет, если честно, я не знаю. Вот, да. Минус. Ну и походу мы сейчас увидим стендина. Ну как? Сложно назвать, конечно, это стендином. Почему? Потому что команда Долб это такая некая сборная солянка. Почему? Потому что вот, допустим, Уэлл он в прошлой игре не играл. Это я помню 100%.
Вот вместо него как раз, по-моему, играл Space. Вот я там в чате читал. Да, по-моему. А кто вылетел? Вылетел Чоппер. Чоппер вылетел. Так, ну, ждем замену какую-то, что ли. Давайте пофантазируем. А, у Чоппера всегда какие-то траблы. 30 FPS, то и нет. Ну, может быть. Вот, скорее всего, сейчас 3 нет. И нет, почему? Наверное, сейчас у него проблема с интернетом. Ладно, давайте пофантазируем. Кого бы вы хотели видеть сейчас стендином? Давайте, пишите в чат. Стендин точка и никнейм. Кстати говоря, тот игрок, который вылетел, он же стримил на Twitch. Я вот даже я вот зашел на страничку Страйка. Вот здесь ссылочка вот этого парниша, который вылетел даже. Вот оно что. Вот он НКР. Так, ну он пауза, а деньги-то будут. Спасибо. Тут просто. Спасибо. Приятности написали в мою сторону. Ну, благодарочек тебе, да, помню такую команду, когда еще я комментировал. 1.6 версию. Была так. Это было, помню. Привет тебе. Ну что, у Элла со второй попытки получилось сейчас забраться на... на шаг. Короче, я так... все время путаю. Вот, и он, кстати, уже оттуда сделал один минус. НРК. Есть. А вот я проморгал, кстати, как раунд начался. Бывает. Да. Да, там Симплы, Слэмы, Шокси. Солика пригласят и будет просто... Вот тогда будет сборная солянка. Вообще жесть. Круто будет. Не, я просто не знаю, кто... По-моему, Страйк с АВП играет. Страйк не допустит, чтобы у него кто-то забрал АВП. Вот он этого не допустит. Вэлл делает второй минус. При обороне длины. Вэлл. Так, тем временем... Дэйв стоит в какой-то, кстати, достаточно неудобной, наверное, позиции. Будет для Анкора. Дэйв. Ну и тут игроки из команды Best Rock 4 продвигаются в сторону Аплэта, забирают Дэйв. Страйка, Дэйв моментально. Дэйва причем инфы нету, вот я же тебе говорю, вот это как раз самая неудобная позиция была. Потому что там, ну, зачекать очень сложно. Анкор, хорошая голова по Дэйву, и последний Вэлл, который уже дабл сделал в этом раунде, ну... По здоровью у него, конечно, маловато, но вовремя он открывается и счет становится... Делает вовремя этот фраг. Ну, хорош. Хорош. Что ж, ну по деньгам 3350, ну, короче, 3900. Ну, на фамосы хватает. Кстати, как этот ник правильно читается, потому что вот я не понимаю, НК или лишь НКР, вот. Будем вот так называть, или это его и ник такой. Без понятия. Ладно, что ж, ну, петушок появляется. Ну, там два кольта, два фамоса. Поэтому он же, ну там, как, он покупал дигл, в итоге у него практически ничего не осталось. Дэйв, контакт в коннекторе, коннектор, Акимов, контроля сейчас, вот, ну Дэйву, скажем так, не уйти. Вот Акимов, может сейчас, ну, так, падает ХФС, падает моментально Акимов от Вэлла. В итоге преимущество на стороне команды Доуп. НРК. Так, ну и сейчас непонятно, куда будет команда Best 44 открываться. Вот бомба у нас... Вот около Фестика и Томми там же. Вот как бы это вырисовывается заход на А в сторону Аплента, но будет ли он реализован? Вот в чем вопрос. Томми вот дожидается Вэлла. Ну, 4-1.
4 в 3, петух как бы на дальнее расстояние, если что, не мобилен. А где у нас сейчас играет петух? А, петух на вообще сейчас под Б играет. Ну, как бы да, 3 в 3 при выбывании, если open будет за B44, то да, будет печально. Страйк. Фамас. В его руках. Один минус он все-таки делает. НКР в спине. Хороший минус от НКР, с петуха просто зашел, разрядил. НРК. И НРК делает второй минус. Забирает он каленого фестика, и в итоге это 3-2, и это эко-раунд от команды B44. Ну или же форс. Скорее всего, эко. Скорее всего, эко. Нет. Да, так и есть. Ну, без арморов. Без арморов, но вот по 250 и плюс 2 флешки. Ну, они на 300 закупились, они, получается, сюда. Это фаст Б, это вот сейчас две флешки просто накидываются. Вот флешка накинулась. Ой, страйк хорошо по таймингу сейчас. Забрал одного, страйк. Так, тут ему помогает, и НРК ему тоже тут помогает, НРК уже. А где последний? Ой, а вот нашли последнего. И 3-3 счет. Моментальный раунд. Можно сказать, экономический раунд от команды B44. Их спокойненько приняли, заработали третий раунд. Игроки из команды Dope, и 3-3. Что ж, ну... И появляется 5 АК-47 у команды B44 на этот раунд. Кстати говоря, с раскидом у них не очень-то уж все гладко, потому что вот 1-2 смока только, флешки стальные и один молотов. Вот мне сейчас интересно, как сыграет вот длина. Вот она длина, и вот он well, минус один. Ну, вот. Фестик моментально разменивает, там тоже стоял игрок. Кто это был? Дэйв. И вот Дэйв тоже сейчас падает от такого хорошего шота. Такие мало. Но он, кстати говоря, попал по фестику очень плотно, доставил ему 5 хп. Ну да, дефолтные прострелы на карте Overpass, к вашему вниманию. Кстати, я бы хотел посмотреть на подсадку вот в зигзаг. Вот, опять же, я просмотрел видео, как Нави это делали. И вот с этой подсадки вот на цементах Флейми дал тот самый минус. Кто это видел, меня поймет. Вот я бы хотел это посмотреть в исполнении команды Dope. Так, у нас просто страйк один, страйк по одному, страйк спрей по второму. Хороший спрей. Ну, дефуск-то у него есть, но все-таки времени уже... Он сидит, ждет, вот он дождался. Вот он дождался, но. Но. Увы. 4-3. 4-3 появляется снайперская винтовка. Уэлла, кстати, не у страйка. То есть, возможно. Ну, возможно, я ошибся, если честно. Потому что я помню, что он вроде брал, когда он играл за команду. Он играл за Стаффи. Да, нет, не в Стаффи, а или в Стаффи, или в Селекте. Ну, в Селекте же, да. Вот. На турнире на Но есть СЛТВ Стаф, а есть СЛТВ Селект. Тут нужно понимать, ну, просто. Так. Там в Стафе играет Клим, а в Селекте играет, да, как раз тот самый. Так, страйк. Well, хорошо. Страйк слайм по голове. Вот. Страйку отвечаю точно так же. Тихо, по-моему, с первой попытки. Так, ну и что, Дэйв мчится на всех парах. Дэйв молот. Молот, а тут еще и фестик вышел моментально при фаере. Дает ему минус, в итоге вел последний на снайперской винтовке против троих, 35, 50 и 56 хп у игроков из команды B44. Но здесь уже вел не пойдет, да, будет сейвить АВП и первый армор. Да, ну и времени уже нету, чтобы идти выбивать данную бомбу. Ну и вот бим-бадабум. И пятый раунд. Отправляется в копилку B44. Кстати говоря, чей это пик? Потому что я вот немножко проморгал. Ну, я как бы я знаю, чей это пик, но я промолчу. Я вот не буду этого делать. Просто пока вот наблюдаем за игрой. Потом я как бы объясню, зачем я это сделал. Ладно. Ах ты коварный комментатор. Есть такое. Ну что, сейчас у нас... А, я думал это 3 плюс 2. Так, уволили Вэлла. Так.
НРК есть контакт с ВП, второй минус, но это может быть и хайлайтище какое-то, но нет, тут ему уже загоняют, но почему-то не попадают по нему вообще ни пульки, с П-250 работает очень хорошо, активно, но Якимов только единственный парень, который разменял своих тиммейтов, в итоге страйк уже успел зайти в спину последнему Акимову и дать тот самый последний фраг и заработать четвертый раунд для своего коллектива. 5-4. Преимущество в один раунд. По поводу дяди Юры, вот Азазель, по поводу дяди Юры не соглашусь. Вот сейчас, кстати, дядя Юра играет со снайперской винтовкой. Вот то, что дядя я говорю. Юра. Да. Но вот я же говорю, если честно, по поводу дяди Юры я не согласен. Почему? Потому что 8-6 и как для Акимов, хорошо. НКР должен давать ответный минус, но он этого не делает. Ну ладно. Вот, если продолжать, то... Он очень хорошо, он может играть и со снайперской винтовки, и с обычной. То есть и хорошая у него им, что оттуда, что оттуда. Поэтому сейчас вот его статистика доказывает то, что вот он идет на первом месте, это 8 фрагов уже. А с учетом того, что его команда как бы пока проигрывает, то я считаю, что это нормально. Хотя вот сейчас, допустим... Ну, ты не забывай, страйк в прошлом... Профессиональный игрок. Так вот, что увидел пиксель. Нужно понимать еще это. Хуч. Ну вот у Хуча, да, что-то у него пока. Не, летит, но залетело по Акимову, пытается спрейть в дым. Ну, кстати, но он не примерно попадает. Понял, где. Вот сейчас не понял. Ну, все-таки страйк вот погибает и вот. Ну чуть не хватило Хучу. Немножечко понимания, где игрок. Ну, чтобы спасти страйк от гибели. Но все-таки он засейл девайса в УПМ. Они стафы разносили, а там и проигроки были. Но по поводу дяди Мити я не могу этого сказать, потому что я не помню, играл ли он именно в стафах. Страйк, да, страйк, но там же команда соответственная. Там я помню и Слайм был, и еще там игроки были другие. Но насчет, кстати, Уэлла я не помню, но Уэлл, кажется, тоже с ними играл. Да, Уэлл с ними играл, это 100%. Теперь я вспомнил. Кто же еще там был? Не помню. Вот. То есть это вот все старая бригада, поэтому... Ну, грубо говоря, ребят, вы можете зайти на YouTube, прописать MSL TV. Это вот канал StarLadder, где вот отправляются все видео вот игр про серии Аматорки. Зайдите туда, там есть еще и вот воды с StavCap, прошу прощения. Там, где как раз играет вот, SLTV Selecta и Stav и так далее. Да, вот там есть. На основном канале есть игры Dope. Те, которые они уже играли против Refuse DK, по-моему, они играли против датской команды. Хуч, тем временем. Open 1, Open 2, дальше потом... Никто его не прочекал в итоге. Да, ну, потому что эта задача была, наверное, игрока, который выходил... Опа! Сюрприз! Почти. Так, ну здесь два каленых игрока, страйк должен... Вот пойдет ли страйк выбивать дальше? Вот сейчас непонятно. Без дефьюз китов. Вот это вот единственное, что... Но со вторым армором. Но если он, конечно, понимает, где вот находится красный игрок FFS, а он этого не понимает и не рискует идти выбивать данную бомбу. Вот ему сейчас абсолютно не принципиально, второй у него армор или первый. Потому что против него 2 АК-47. И вот не принципиально. Поэтому, ну да, страйк уходит с видной длиной, ему больше ничего не остается делать. FFS, кстати, сейчас может взорваться, в принципе. Да, он таки взрывается. И в итоге счет у нас 6-5 в пользу команды B44. Вот, кстати, немножко проанонсируем. У нас же скоро Аматорка тоже начнется. Она уже вот... Сбор на Аматорку. Так я тебя еще вот не знаю, я тебя порадую, скоро и Star серия начнется. Ну так это же вообще шикарно. Вау, ребята, да, следите, быстренько всем подписаться, куда надо, Томми. Вот Вэл агрессивный, вот хорош Вэл. На самом деле я люблю вот эту позицию, но, ну, как бы сказать, я уже к этой позиции привык. То есть вот когда кидается вот такой вот смок, и то есть я первым делом, когда играю, я говорю, чекайте шарики. Потому что, ну, это вот реально дефолтный смог, чтобы занимать шарики и все. И как минимум, ну, в процентах 80 мы шарики контролим. Вот здесь что-то... НРК здесь вот что-то знает, вот прыгал, он, не знаю, вычислял, вот знал, что там есть один какой-то игрок, но все же вот не вовремя он
пытался отойти его как раз. Анкор. Вычислил и убил. Хорошо, минус по FFS, 2 минуса. И вот, по-моему, он даже сейчас длину должен был слышать, точнее, не длину, а туалет. Ну, хочешь, сейчас туалет должен забирать, спрейт, но все-таки забрал. Хейстик, Анкор, моментальный размен, 2 в 1. Тоги, Страйк и Вэлл против Анкора, но Вэлл красный, 14 хп и, ну, вот... И вот Страйк зачем... Так, а Вэлл вообще ушел на Бэпленд? Нет, ну, на самом деле, если вот, если то Бэпленд. Я вот не могу. Да, это Б-поинт, это такая перетяжечка. Он вроде... А что, не слышал убегающего анкора? А, он так, ну посмотри, Вал также не понимает, где вот последний игрок, и он бежит, ставится бомба на 6-й секунде. Ну что, это либо эйс, либо же 6-й раунд в копилку команды Долб. Так, ну что. Откуда у нас действует Вэлл? С девятки. Кстати говоря, по раскидке только одна флешка у Страйка. Страйк садится дефьюз. Но опять дефьюз киты, но не у того. А. Ну если так, то можно. Если так. Если такое прикрытие. Минус 4 от Уэлла в этом раунде. То есть Уэлл еще. Еще могет. На самом деле. Так он только начал. Он только разыгрывается. Ну да. Да, он только начал это все дело. Ну что, счет у нас 6-6. Сказать, что форсбай от B44 не могу, потому что всего лишь один армор. Но это рисуется фаст Б опять. А, не, это 3 плюс 2. А, да, это 3 плюс 2. В принципе, ну вот сейчас, если там есть кто-то в коннекторе, а над коннектором там прыгает Well, Кима прилетает. Нет, не долетел, точнее перелетел. Well, хорошая. Страйк забирает тем временем у нас игрока. На Бэпленте в итоге Хуч минус FFS. Последний остается Фестик. 60 хп с бомбой на руках. И... Да, Вэлл. Без каких-либо проблем. Также его увольняет. 7-6. И вот наконец-то. Наконец-то вот Доуп вышли. Небольшое преимущество по раундам. Но все же 7-6 за защиту. Это уже неплохой показатель. Ладно, 5 АК 47-х на этот раунд. Ну и вот на этот раунд уже у команды B44 вот более-менее есть раскид, потому что 2 молотова, есть смоки, есть флешки, ну и ну, все хорошо. Первой волной хватит. Фестик, вот он рашит сейчас, он просто продавил сейчас НКР. Пытался в дым сейчас бомбу поставить Фестик, но у него это не вышло. Томми крадется, есть инфа под цистерном. Страйк. А, тут уже Дэйв в спину. Ой. Ну и да, это последним FFS, который вот только что убил нас Вэлла в коннекторе. И Хуч. Вот тебе и привет от Хуча. Такой вот интересный хедшот. Нет, больше всего. Самый интересный момент был, когда Дэйв выбегает из трубы, Хуч на него смотрит. Называется комментарий, придумайте дальше сами. Потому что он посмотрел, не понял вообще все, что произошло, и повернулся на Зигу. И через 2 секунды оттуда выходит его оппонент. Ну, в итоге, вак. Это какой вак? Да. А, вак для Хуча, да. Может быть, кстати. Вполне все. Так, ну тут уже Вал вместе с Дэйвом поджали у нас шарики. Они вдвоем шарим. Оу, все, шарики. Развалили их. Развалили, сейчас знают о игроке в коннекторе, Вал также его принимает, минус от Хуча последний по анкору, на Б пленте в итоге 9-6, и первая половина уходит за командой Доуп. Ну, Хучи компания, посмотрим, что они предоставят нам во второй половине данного матча на карте Overpass. Друзья, для вас комментирует Blackjack и Хан, всем еще раз привет! Здрасте. Вот, по поводу того, что я не хотел говорить, по поводу, ну, уже заговариваюсь, боже. Чей это пик? Если я правильно помню, то эту карту пикнул FFS. FFS это игрок команды B44, то есть логично предположить, что это их пик. И пока они вели там со счетом, помнится, 5-3 или 6-3, вот поэтому я не хотел каркать и говорить, что да, это их карта, и это будет easy win. И вот сейчас я вижу, что ничего подобного и изи вина тут не будет. Вот.
Поэтому вот я хотел просто спокойно понаблюдать за игрой без всяких пиков, без всякого ни... Вот так вот. А если сейчас еще и пистолетку провалят... Ну тут целая 4... просто бригада вот из команды ДОП застала врасплох бедолагу вот ФФС, а в итоге Томми дает что, размен. Что сейчас они делают? Они сделали вид, что они пошли на бананы, в итоге сейчас вернулись просто, ну... Кстати, но два игрока с Бэплэнда, они просто не стянулись. Ну посмотри, не знаю, это Анкор. Анкор дает только один минус, НРК, моментальный размен. Плюс и, вау, хороший просто вот хедшот еще залепил по фестику. Минус от Хуча, потом им 10-6, пистолетный раунд уходит в копилку на этот раз. Доуп 1-1 по пистолетных раундах. И закупочный раунд от команды ДОП. Так, ну, два фармгана, три пока 47-х. Вот три игрока закупились под ноль. У двух игроков по 850 и 1350 долларов. Кстати, остается, надо будет, но неплохо. Надо будет эту действительно картинку иногда вставлять во время приветствия. Здрасте. Какую? Ты сейчас о чем? Я сейчас прочитал чат, и надо будет действительно эту картинку вставлять каждый раз. Здрасте! Тут тем временем FFS делает такие один минус в коннекторе. Кимов добивает каленого Дэйва. И что? Хуч остается один под Б. Вообще в полном непонимании того, что происходит. Вот это уже интересно. Что дальше? Фестик, ну ждет, да, ну, да, он сейчас должен забирать Хуча. Тот вообще. Который ничего не чекает. Открадется, да. Вот я, кстати, что замечаю, вот Хуч реально, он мало что чекает. То есть он, видимо... То есть, ну, обычно в таких случаях просто, если там уже кто-то прочекал, он туда просто уже не чекает. То есть это как бы командная игра. Сейчас он туда идет первым, и он ничего не чекает, и, ну... Так, подожди, он чекал, вот, опять же, ту позицию, вот, опять же, с Бэплэнда, ну, вот там сейчас идет Вэл. Прочек. Давай, а, вот, ну, не знаю, опять-таки, налево там кинуть... Он смотрел направо. Вот посмотри, вот... видишь, да, Вэл смотрит все. Вэл сейчас смотрит все, потому что он вот он реально не знает, где его оппонент. Вэл, вот он одного нашел. Так. Он не знает о спине, там есть игрок в спине, но вот на... теперь уже знал. Я знаю, потому что спина натопала. А вот и от девятки узнал. Ну все, 2-1, ну на перекрестном он, правда. Я бы бомбу. Далеко да, не нет. Заедет, и бомбы ему просто не дадут. В этом случае поставить фестик, ну, ставит жирную точку в этом раунде, зарабатывая 7-й раунд. Ну вот тебе АК-47 и фармганы. Вот я не знаю. То есть, вот, ну, кстати, возможно, в первом матче вот этого игрового дня, когда мы вот наблюдали за минными командами, вот сколько было взятых форсбаев? Это вот. Просто жесть. Два, помнится, всего лишь. Так, где деле. Два? Ты что? Или один, подожди, куда? Коблстон, вспомни, пожалуйста, один сегодня. Один был. А, типа, ну, ответок, да, ответок на самом деле было, ну, много. Вот, и о чем я и говорю. Вот сейчас тоже НКР так посмотрел на кого, на Хуча. Вот. А ты что тут делаешь? Вот посмотри сейчас за Акимовым. Парень, ты кто? Ну, смотрю. Ну чекает. Вот видишь, он чекает эту позицию, да. Вот эту позицию чекал и Хуч в данный момент. Он не знал, он не мог предположить, что слева от него есть игрок, который уже его ждет. Ну, там из трубы можно было, там, я же говорю, там просто посмотреть, краем он бы заметил бы там ту модельку. Ой, вот сейчас мне FFS интересен. FFS, вот Хуч, ну опять, ну вот он ничего не чекает, ну дефолтная жнычка на верпасе. Well, не попадает он все-таки, хотя на самом деле странно, что не залетело. Ну, мое мнение, что вот, не знаю, как там в игре, но нам может быть и виднее, но в самой игре, где играют вот игроки, им немножечко сложнее понимать. Нет, естественно, им сложнее, но потратить одну секунду на то, чтобы там, ну, хорошо, не одну, там, две секунды, для того, чтобы попросить тиммейта зачекать ту или иную точку, с учетом того, что там банан, вроде кто-то с ним выходил по банану, можно было бы, в принципе. То есть банана намного удобнее чекать, чем из туалетов, это вопросов никаких. Ну вот, ну, так вот просто взял, выбежал, я же говорю, спиной, хоть на нож сажать. Ну что, 10-8, B44, ну за защиту я, кстати, жду более уверенной игры, чем за атаку. Они за атаку начали действительно очень хорошо, реально добротно они начали, но вот что-то дальше они потом, вот стрик из четырех, это, конечно, ну вот если смотреть вот... хронологию раундов. Я же говорю, ввели 6-3, потом просто остаток все проиграли. Так, Томми, Молотов, увидел страйка.
Убивает, нет, все нормально. Это был грубый хедшот от Томми, вот разворот по страйку. В итоге, ну, фестик здесь пришел. Всех и вся, 10-9. И вот на этот раунд у команды ДОП появляются деньги. Есть 5 АК-47. Есть раскид. А вот АВП нет. Ну, на АВП просто уже денег не хватало. Если возвращаться по поводу ставка, разрывали всех и так далее. Там есть профессиональные игроки. Но опять-таки, они не играют каждый день, и они не играют одним составом. Да, они, возможно, индивидуально скилловые. Но в Counter-Strike решает побольше, ну, не побольше, скажу части, но 50%, как по мне, это свой индивидуальный скилл. А если индивидуального скилла, точнее, я уже заговариваюсь опять, господи, командная работа, FFS, вот, вот сейчас он за счет индивидуального скилла забрал двоих, да? Вот сейчас Well, ну, по логике, должен был забирать игрока в туалете, почему? Потому что вот они выходили вдвоем. И вряд ли бы он перевелся бы. Так, Тимов... ну тут уже зачекали НРК, да, убивает его Акинов. Акимов. Остается с одним хп Дэйв, и это 10-10. Вообще без шансов. 10-10. Так вот. И очень сложно, грубо говоря. Ну, не скажу, что Миксу. Уже достаточно давно играют Хуч, Страйк, Дэйв. Well тоже, у них взаимопонимание идет иногда связками. То есть Well и Strike между собой играли, да, допустим, Dave и Hooch. Они играли между собой. Вот, допустим, НРК, я не знаю вообще, ну, я его давненько не видел. Если видел вообще, если честно. Вот. То есть сказать что-то по поводу сыгранности я не могу. А B44 они играют минимум год. Точно. Ну вот опять, да, вот что можно говорить. Ладно, давай об истории команд мы вернемся чуть позже, потому вот, что вот, у нас вот здесь матч. Давайте сейчас. После этого матча мы поговорим о вообще истории вот игроков, команд и так далее. Потому что потому что это очень много вот забирает времени, и мы вот не смотрим за матчем, его не комментируем, а просто, ну, как бы, блядь, честное слово, на. На уроке истории, что ли? Ну, короче, ребят. Ну, я не скажу, что я историю слишком любил, но, тем не менее. Вот НРК сейчас погибает в пункту, и последний... Нет, не последний. Ну, остается Страйк и Хуч. Страйк, хорошая голова, почти вторая. Нет, он залетает по Хучу и по Страйку. 11, так, это 10. Был такой вот Экобай с пистолетами, да. С P250-ами. Вот появляется у Дэйва, но никак не у Страйка. Ну, может быть, ну, я не знаю, здесь уже пусть они разбираются сами. Так вот, ну, я уже просто договорю, да? Момент был, когда выходит НРК и начинает стрелять в Хуча. Вот, ну, вот как это называется? Вот я просто вот это хотел досказать буквально. То есть, ну, вот ну, есть такие минимальные ошибки, ну, да. Страйк молотом выходит, ну, почти он, кстати... Попадает в Анкору, Анкор открывается с другой стороны, делает минус по НРК. Минус Well и... Дэйв вместе с Хучом. Не матерись, забанят. Стараюсь. Но иногда, понимаете, иногда вот просто, ну, настолько пропирает, что, ну... Вот честно, ну вот как можно было? По-любому же должна была пойти инфа от капитана, которым, ну, практически процентов на 90, я уверен, что является Хуч, да? Ой, хороший спейс сейчас от Акимова. И последний остается Хуч, и это 12-10. И вот так же, забирает 12-10. Да. Кстати говоря, вот, не знаю, доп, что о них можно вообще сказать? Ну, они начали очень уверенно, взяли пистолетный, но вот после пистолетного раунда моментальная ответочка залетела от B44. Ну и вот теперь, ну, вот, доминация от того же коллектива B44. Ну и 5 АК-47 появляется на 23-й раунд в исполнении команды ДОП. Ну и АВП у Томми, ну, 1-2 АК-47 и 2 кольта есть у команды B44. Башка накинулась. То есть, ну вот реально, если по тому моменту, ну вот должна была, вот стоят 5 игроков на респе, да? Ну там я как-нибудь их образно нарисовал, да? Должна пойти инфа, что, допустим, мы идем в коннектор. Один идет игрок под Б, один идет на фонтаны на шарики. И вот игрок шариков спускается в коннектор, при том, что там не было ни минуса, ничего. И он начинает вот стрелять, ну вот как? Я просто не могу понять вот этой организации, если честно. Да, я очень сильный критик, я прошу прощения, но вот это да, это во мне есть.
Ладно, что ж, ну командам. НКР доп, хорошая опа. А нет, ты посмотри, не зачекали ФФС, этот ну, принимает дым. Хуча, а, который... А там некому, некому чекать было. Первый игрок, который был, это был, по-моему... А кто же это был? Ну, да ладно, страйк уравнял ситуацию, 2 в 2, есть шанс зацепиться за 11 раунд. Смотрим, фестик, ну, чек. Боже, Вэл, ну, потерялся, опять же... Ну, не потерялся, вот. Он прекрасно знал, что один за каран, второй за ну, второй на лестнице. Вот, опять же, он хотел сейчас зайти в спину, но вот как раз в тот момент вот повернулся видишь, игрок вот Фейсик и вот сейчас тоже дергает. Вот его дергает, вот его задергали просто. Потому что... Но, тем не менее, он дает минус по анкору, и да. Вот... Если бы не два игрока в одной и той же позиции, он, я думаю, смог бы побороться еще немножко за этот раунд. Ладно, 13-10, преимущество в 3 раунда на стороне команды B44, но надолго ли, опять же, девайс на раунд в исполнении команды Dope? Не, ну, в принципе, у них сейчас есть деньги на все раунды, поэтому, ну да, это, конечно, печально выглядит у стрика из 7, но, тем не менее, что у них теперь есть деньги Томми, на все раунды? Томми, вот это, конечно, подсадочка на вот... Вот опять, да, на вот шарике не зачекали фонтан. Прошла. Вот не зачекали, это что ж, Дэйв. Это фонтан. Ого, хорошо. Вот, ну вот Дэйв, конечно, два хедшота... Поставил очень энергичных, в итоге фестик разменял, 3 в 3, НРК уже на такс, уже на Дэл Пленте. Главное, что он забрал снайперскую винтовку. И так вот посмотри, где НРК находится должен... НРК, просто да, его никто не чекает абсолютно. Анкору в... смотрит в другом. И бомба в этот момент, подожди, а там игрок на Б уже. А каким образом он... А... Лол. Короче говоря, НРК будет сейчас принимать хелпу, я так понял. А Вэлла сейчас примут при поставке бомбы. Хотя вот страйк, ну, страйк, ну, но. Вот, понимаешь, вот сейчас должны быть очень сильные претензии к НРК, который, кстати, еще и в респе не дал минус, его забрали. Вот очень сильные претензии. И вот если бы я был бы капитаном, я бы мог рассказывал бы все, что я думаю. Вэл. Ну, на реакцию он хорошо сейчас выводил Накимова, но не хватило. Я же говорю, ну ты заходишь в точку, ты не зачек, то есть ты даешь инфу, что там никого нет, ты отправляешься черт знает куда, в итоге и минуса не делаешь, и вот и точка проваливается. Ну вот как? Ну, не знаю. Ладно. 14-10, да, деньги есть, есть даже, ну нет, АВП не рискуют покупать. Команда Dope. Вот сейчас надо как-то агрессивно играть против шариков. Почему? Потому что если сейчас кто-то там по респе, а кто там по респе идет. А, на шарике никто не идет в этот раз. Идут три длина. Вау. Вау. Это что такое за стак? Один уйдет. Нет, это три длина. Вот и все, поджали. Дэйв как раз будет их ждать, мне кажется. Или нет, это... если он вот услышит краем уха, что вот его уже просто по длине будут... Вот Вэл, ну и вот посмотри, да, только сейчас Вэл, Дэйв начинает какое-то внимание обращать на длину. Ну, я же говорю, критиковать очень легко. Так, а стоп, посмотри, а Плент в этот момент как раз вообще чист. Ну посмотри, правильно, он... так, не, так это на самом деле уже заслуга... Ну и все, а здесь Дэйв просто подловил одного Томми, который уже играл на стяжке. Но знает ли Дэйв о втором игроке, который также вот близко к нему находится? Ну, мы должны догадываться, почему, потому что 3 длина это распространенная тактика, если честно. И вот куча хороший open под Б. А, так это вообще бомба на Б. Да, Дэйв, ну и страйк уже влетает. Спиной к длине. Дэйва все-таки забирают. Вот, теперь появилась инфа по одному. И по Акимову сейчас вот она тоже рисуется инфа. Хороший спрейт Хуча. Хуч просыпается под вечер. Так... Ну что, пахнет 11 раундом. Ну, на самом деле, это пахнет сбитой экономикой для Доуп. Как ни поразительно. Так, ну и Страйк сейчас... замечает своего оппонента. Минус по фестику. Важно сейчас найти АВП. АВП, АВП не нашли. Нет. И 11 раунд. 14-11. Ну, по деньгам у команды B44 все, ну, вообще прекрасно. Да, вот, кстати, понимаешь, тоже. Вот они выигрывали сколько? 8 раундов подряд. 8. Но при этом раунд 24 один игрок, 23 один игрок живой, 3, 4, 5. То есть, ну вот они последними двумя раундами просто сейчас сбили всю экономику до 44. Потому что если сейчас выигрывают раунд опы, так, ну тут уже потеряли Вэллом, Томми. Хороший опен с двери, с коннектора двух. Страйк тоже пошел туда, лол.
Ну вот это тотальное невезение, конечно, но вот Томми умудрился дать СВП просто 2 минуса без размена. Вот только третий игрок пришел и разменял. А если бы еще третьего забирали, ого, ну тогда бы были уже так, ну что, вот какая... просто эпические проблемы для команды Доуп. Но тем не менее, 4 в 3. Молотов, подсадочка, НКР захочет сейчас, вот такая подсадочка, оп, увидел, заспрейл, хорошо, кстати, сейчас заспрейл, и вот хаешка хуча сейчас нужна, как никогда, хуч, давай, Коби хуч, увидел Акимова, 2 на Б, вот она хае, вот она, минус 8, ай-яй-яй. Так, ну все-таки Дейв его добивает, знает, А игроки в тупике, это кто-то, это был у нас Акимов, также красный фестик, тут пришел на помощь, разменял у нас Дэйва. Так, минус он, минус от Хуча, красного забрали, ФФС последний, один в один против Хуча, и Хуч, ну, не доспрейл по оппоненту, в итоге снес ему 33 хп. И что ж, 15-11 матчпоинт для команды B44, вот нужно сейчас собираться доупом, и у них, ну, по деньгам, вот то, что я и говорил, сказал, денег у них мало. То есть это им еще повезло, что они поставили бомбу. Вот они нашли на самом деле самый неподходящий момент, когда брать раунд. Вот если честно. Почему? Потому что, вот я же говорю, плюс 1400 на последний раунд, даже если с бомбой 2200, и это катастрофически мало. Это вот реально катастрофа. Увы. Да, так, мне кажется, что пока... это ГГ на первой карте. Ну вот это коннекторе, ну... Вот ФФС, вот опять, да, Дейв летит на всех парах, а куда он летит, непонятно, хороший... Лол, лол! Ну, ФФС живет, страйк... Томми все-таки вычисляет страйка. В итоге двое игроков в коннекторе, Томми еще один минус, ну и последний хуч. Но мне кажется, тут уже просто игроки, ну, выходили на снайпера, там, вот, на других, чтобы просто уже... Ребята, все, давайте уже будем играть вторую карту. Свою карту команда Доуп будет играть. То есть, видишь, на самом деле B44 взяли. Да. Молодцы. Первая карта за ними. 1-0 в их пользу против команды Доуп. Доуп. И нас ожидает карта... Вторая карта D. Да. А... Кэш? А или кэш? Мне... А что ж ты мне сказал-то, что будет Cobblestone, а? Ну я себе вот написал, что будут такие карты, как Overpass, это я увидел, это я и сам и кеш. Видел, там такие карты, кеш, тебе дам кеш. Ладно, ну значит кэш, да, значит никому кэш. Он обманул вас, товарищ комментатор, уж простите его. Ладно, карта кэш, минут через 5, через 10, ожидайте.